Одинцовские единороссы готовят серию патриотических мероприятий, посвященных 77-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Среди них акция «Звонок ветерану» и «Поющие дома», возложение цветов к мемориалам и памятникам, поздравления ветеранов на дому. Как отметил руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Одинцовского округа Вячеслав Киреев, в преддверии Дня Победы единороссы, сторонники партии и неравнодушные жители приводили в порядок воинские мемориалы. 9 мая, помимо торжественных митингов в Одинцове, деревне Салманово и Звенигороде, также пройдут выступления фронтовых автобригад, а в деревне Ликино – концерт в рамках проекта «Поющие дома».